Отжать отжатое, но по закону. Так называемый Совет министров ЛНР утвердил порядок реализации движимого, бесхозяйного и конфискованного имущества. Все, что террористы посчитают бесхозным и ничейным, теперь могут продать через карманные предприятия, аукционы, биржи, либо попросту забрать на нужды псевдореспублики. Так, при изъятии скоропортящихся продуктов их могут начать продавать даже без бумаг и разрешений. Антиквариаты, предметы искусства разрешили присваивать учреждениям культуры, а валюту, драгоценности и ценные бумаги отжимает так называемое Министерство финансов и Госбанк. При этом вся изъятая наличность перечисляется в бюджет ЛНР. Таким образом, псевдовласть решила окончательно дограбить мирное население и отжать все, что было украдено до них.